Вечер. У микрофона Майкл Нахи и в студии Екатерина Шульман. Здравствуйте. Добрый вечер. Это, как уже было сказано, программа «Статус». А нас можно слушать на радиостанциях Москвы. Можно видеть нас и нашу доску на YouTube-канале «Эхо Москвы официально», где идет трансляция. Ну, а мы сразу перейдем к нашей первой рубрике. Но не раньше, чем мы приветствуем возвращение нашего постоянного соведущего в прямой эфир. Два выпуска его не было, и мы все рады, что он вернулся. Будем наверстывать. Не новости, но события. Ну что же? Да. А сегодня у нас с вами три таких куста событийных, в каждом из которых несколько, скажем так, информационных единиц, но они объединяются вот в такие вот кучки. Все три относятся к сюжетам довольно значимым, за которыми имеет смысл следить. Первое, о чем хотелось бы сказать, это те удивительные события, которые продолжают происходить в ходе избирательной кампании в Приморье. Значит, мы с вами внимательно следим за региональными выборами, вообще за региональной политической жизнью, и за приморскими выборами мы следим тоже. А, значит, там у нас в прошлый раз, на прошлой неделе, мы говорили о том, что кандидат Ищенко, который, если смотреть правде в глаза, выиграл выборы во втором туре, но выборы были отменены из-за многочисленных нарушений, собственно, имевших целью предотвратить незапланированный их результат. А, так вот, он пошел на выборы как самовыдвиженец. Но вот эти новые выборы, которые должны произойти в декабре. Он пошел как самовыдвиженец, потому что партия его КПРФ отказалась участвовать в декабрьских выборах, поскольку она не признает отмену итогов сентябрьских выборов. Так они объясняют свою принципиальную позицию. Ищенко собрал подписи муниципальных депутатов и собрал нужное количество подписей граждан и сдал их в краевой избирком. Что само по себе было довольно интересным явлением, потому что он не мог собрать эти подписи муниципальных депутатов без участия депутатов от «Единой России». И действительно, среди его подписей, значит, которых он собрал 147, там минимум 140, из них 41 подпись представителя КПРФ, 54 «Единой России». А дальше 4 от ЛДПР и 48 от независимых депутатов. То есть «Единая Россия» подписывается за альтернативного кандидата, который представляет очевидную угрозу временно исполняющим обязанности, Олега Кожемяка, который тоже на выборы идет, поскольку, ну, за него уже проголосовало довольно много народу. А как показал опыт выборов в Хакасии, которые тоже были очень удивительные и чудесные, и за которыми мы тоже с вами наблюдали, вот эти вот настроения избирателей, которые их побуждают голосовать за оппозиционных кандидатов, они не являются ситуативными и краткосрочными. Они достаточно долго длятся. Потому что в Хакасии тоже был первый тур, потом со второго тура все поснимались, остался один единственный кандидат, тоже представитель КПРФ. И вот в прошлое, собственно говоря, ну теперь уже позапрошлое, а воскресенье 11 ноября в Хакасии случился этот самый изумительный второй тур с единственной кандидатурой, и кандидат от КПРФ там выиграл. То есть избиратели ждали сентября и опять проголосовали за него же. Так что в Приморье большие шансы, что если они увидят знакомого Ищенко в бюллетене, то они за него проголосуют. Поэтому те люди, которые давали свои подписи, они, в общем, осознавали, что они делают. При этом они подписи все равно дали. Значит, краевой избирком часть этих подписей зарубил, объявив их недействительными, сказал, что там есть дубли, а дубли запрещены, не может муниципальный депутат отдаться нескольким кандидатам сразу, он должен хранить верность кому-то одному. Может, это специальная была провокация от «Единой России», дать подписи плохие? Так слишком много что-то они их дали. Из них плохих признано избиркомом только 8. Значит, это тоже не окончательное решение. В чем прелесть приморского сюжета? То есть одно чрезвычайно долгоиграющий. Не-не. А, значит, 147 он сдал. Нужно 140. 140 нужно. 8 зарубили. На одно не хватает. Да. Вот видите, как там все, понимаете ли, тонко, да. Как там все вот так вот неопределенно. Поэтому мы продолжаем за этим сюжетом наблюдать. Он действительно совершенно захватывающий. Ни одного дня не проходит без того, чтобы что-нибудь удивительное не происходило бы на приморских выборах. А, значит, там временно исполняющий обязанности старается всячески. Пишет какие-то, публикуется какие-то комиксы с его изображением, на которых он на последнем какой-то мухобойкой гонял таких маленьких, видимо, китайских сельскохозяйственных рабочих. Вот, это, видимо, знаменует его защиту интересов края от хищнического освоения со стороны Китая. А, в общем, кстати, из хороших вещей, которые мы тут уже отмечали, еще раз отметим, это возвращение прямых выборов мэра Владивостока. А сегодня мы еще скажем о том, что в городе Улан-Удэ, которые есть в столице Бурятии, тоже возвращаются прямые выборы мэра, отмененные в 2012 году. Значит, там было соединение, как нынче это популярно, мэра и председателя городской думы,
Соответственно, он выбирается депутатами. А тут берет у нас глава Бурятии и вносит новый проект закона, который возвращает предыдущую модель, то есть прямые выборы мэра. Председатель гордумы будет сам по себе, а мэр сам по себе. Это довольно интересное явление на самом-то деле, потому что у нас, начиная с 2012 года, и в особенности в последние годы после 2014, идет такая повальная волна отмены прямых выборов мэров. Последний город, с которым это случилось, это город Екатеринбург. Наименее вообще подходящий для таких экспериментов город, но Екатеринбург и Свердловская область вообще очень сильно страдают от своего регионального управления. Там все у них неправильно происходит. А это не подходящий, еще раз повторю, регион для таких экспериментов, потому что это регион с очень специфической политической культурой и с очень активной политической жизнью. С ними так лучше не поступать. Выскажем мы скромное, но весомое предостережение. Так вот, а вот у нас уже два города, и не просто города, а столицы субъектов федерации, в которых прямые выборы возвращаются. И это интересно. Каждый раз это, видимо, происходит, исходя из ситуативных интересов местных властвующих элит. Но нам-то не важно, чтобы хорошие люди победили плохих людей. Мы ни за какую команду не болеем, да? Мы болеем за процедуры. Поэтому мы эти вещи приветствуем. Значит, что у нас происходит в другом городе, который является не просто столицей субъекта федерации, а сам себе является субъектом федерации, а именно в городе Москве. И это наш второй куст событий. Значит, вот первый был у нас про региональные выборы. Перед старым кустом чуть-чуть отодвиньте микрофон. Прям чуть-чуть, вот так, пожалуйста. Вот да, так. Хорошо. Так вот, спасибо. Значит, второй куст наш касается того безобразия, которое происходит в городе Москве. В городе Москве происходит много всего интересного, и много из этого интересного является, может быть, квалифицировано как безобразие. Но мы сейчас с вами обратим внимание на конфликты граждан и строительного комплекса. А именно на то, что происходит у нас в московском районе Кунцево, в котором жители, я не люблю слово жители, собственники жилья и граждане. Звучит весомее, согласен. Да, дерутся с охранным предприятием, которое обслуживает строительную компанию. Ну, как дерутся? Их бьют в основном. Ну, на самом деле, да. Дерутся – это тоже неподходящее слово. В общем, их бьют. А после этого их забирают еще и в полицию. После этого. То есть там полиция, этот ЧОП, действует в прекрасной гармонии друг с другом. Что там делается? Значит, это не реновация, как многие могли бы подумать. Это очень неясная, на самом деле, правовая ситуация, которая будет рассматриваться 22 ноября на минуточку в Верховном суде. А суть в том, что она дошла до Верховного суда, предыдущие стадии были собственниками проиграны, но, тем не менее, вот Верховного суда они дошли. А значит, это решение мэрии Москвы о сносе 37 домов в районе. В связи с тем, что район подвергается, не знаю, чему он там подвергается, реструктуризации, улучшению и благоустройству. Путем сноса. Путем сноса и постройки новых домов гораздо более высокой этажности. Значит, насколько можно понять, опять же, я пыталась разобраться в этой ситуации с точки зрения правовой, потому что, ну, понимаете, при всей, так сказать, нашей безнадежном нашем взгляде на нашу правовую культуру, все-таки снести жилой дом не так легко. Это дома не аварийные, не ветхие. Они идут не по этой программе. Там была еще при Лужкове, объяснили мне, в 2006 году какая-то программа улучшения этого самого района путем его плотной застройки. А эти документы сохранились и теперь используются строительной компанией для того, чтобы доказать свое право там что-то такое строить. Не что-то такое, а строить там много-много этажей, как любят строить, собственно говоря, эта компания ПИК, как любят строить любые застройщики, потому что это дешево в исполнении и чрезвычайно выгодно в продаже. А ситуация в этом районе получила дополнительную гласность, потому что там довольно активное и оппозиционное муниципальное собрание. Мы с вами много кто говорили о муниципальных депутатах. Муниципальные депутаты полезны. Если бы там не было их такого количества, и депутатов не от правящей партии, то мы бы с вами, может, не узнали, особенно чего там происходит. А так там поднялся, по крайней мере, некоторый шум вокруг этой всей ситуации. Значит, сейчас речь идет о сносе трех домов. Это дома малоэтажные. А я сейчас не буду углубляться в историю их там постройки. Сами собственники очень любят рассказывать какие-то прекрасные, замечательные дома. Неважно. Главное, что это их собственность, они в ней живут и хотят продолжать в ней жить. А сноситься они совершенно не хотят. Прочь эмоции. Мы исключительно пытаемся базироваться на документах. Значит, что здесь у нас с вами важно? Когда шел проект закона о реновации, мы говорили о том, что это, что за ним стоят, да не за ним стоят, а просто в нем, собственно говоря, заложены интересы строительного комплекса, который подобен велосипеду, в том, что он должен либо ехать, либо падать. Строительный комплекс устроен так, что он должен все время строить для того, чтобы оплачивать
то, что он уже построил. То есть надо строить новое и продавать непрерывно. Мест не хватает. Соответственно, необходимо занимать места, которые уже, на которых по досадному стечению обстоятельств живут какие-то люди. Соответственно, надо с этими людьми каким-то образом разбираться. Вся программа реновации была вот таким грандиозным большим проектом, который должен был накормить как-то этого молоха. Но в процессе принятия этого закона в него был внесен целый ряд изменений и поправок, которые делают не таким легким сносы всего, что, на что может положить глаз тот или иной девелопер. Там есть процедура выхода, целый ряд домов повыходили из программы, целый ряд районов были вообще оттуда исключены, когда правительство Москвы поняло, что там люди как-то не так сильно довольны, как им кажется. А я не хочу рассказать в связи с этим, что программа реновации как-то вот разочаровала московский строительный комплекс. Я думаю, что это просто такая, как бы это сказать, несытая машина, которая никогда не будет полностью удовлетворена. Что особенно мне представляется нехорошим совпадением, это то, что в это же самое время в Государственной Думе проходит законопроект, уже принятый в первом чтении, внесенный правительством Российской Федерации. Ты серьезная штука? Да. Значит, реновационный проект, напомню, выносился группой депутатов, членов Совета Федерации, избранных от Москвы. С точки зрения регламентной, все законопроекты равны. Нет никакой особой процедуры для президентских или правительственных законопроектов. Но, конечно, правительственные инициативы и проходят быстрее, и меньше могут подвергаться коррекции, чем депутатские. Так вот, это один из тех тихих законопроектов с незаметными названиями, которые не привлекают внимания, а наносят потом чрезвычайно много вреда. Есть проекты шумные и безвредные, типа там запрет чеснока, долларов и еще в этом роде. Есть проекты шумные и вредные, как пакет Яровой, он привлек внимание, он прошел, и он вредный и плохой. Хотя даже он в процессе принятия немножко там его как-то все-таки пощипали или, наоборот, причесали. И не работает. Кое-где работает, будет удорожать на мобильную связь с 1 января, но не так работает, как можно было бы опасаться. То же самое касается реновации. А тут у нас тихий проект. С незаметным названием. Единственное, что в нем может насторожить, это вот что. Называется он там об изменении в градостроительный кодекс и отдельный законодательный акт Российской Федерации. Вот это вот, кстати, просто red alert. Вот когда видите законопроект с названием о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, там обязательно какая-нибудь дрянь будет внутри. Так вот, в пояснении сказано, что он касается совершенствования правового регулирования отношений по градостроительному зонированию т.т., а также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Обратите внимание, пожалуйста, на слово муниципальных. У нас с вами можно изымать земельные участки, в том числе и те, на которых стоят здания, для государственных нужд. Это было опробовано перед Олимпиадой, и олимпийское законодательство послужило потом образцом, кстати, в том числе и для закона о реновации. Но тут эти полномочия опускаются еще и на уровне муниципалитетов. В пояснительной записке к закону сказано, что вот много всяких территорий, там наивно написано, что в центральных даже районах городов существуют депрессивные, в кавычках написано это там, территории, которые вот как-то вообще не отвечают ничему хорошему, отвечают всему плохому, неправильно застроены и, в общем, представляют опасность для даже здоровья, а иногда и жизни граждан, настолько они депрессивные. Поэтому надо их изъять, в том числе те, на которых стоят жилые здания, и построить там что-нибудь другое, что-то более современное, хорошее и симпатичное. Этот проект, конечно, развязывает очень сильно руки муниципальным властям, и понятно, что он построен под столицы богатых субъектов федерации. В бедных регионах там не до того, чтобы что-то сносить, строить новое, им, дай бог, подпереть палкой то, что у них уже стоит. Соответственно, конечно же, это в первую очередь для Москвы. Почему эта инициатива, в отличие от реновационного законопроекта, внесена правительством Москвы? Подумали мы. Должны были бы подумать, потому что, ну, обычно такие штуки, называемые на думском языке хотелками. Они, в общем, вносятся теми, кто как-то ближе к тому, кто, собственно, хотелки эти производит. А тут аж целое правительство Российской Федерации. Объяснить это довольно просто, на самом деле, если... Российской Федерации. Да. Значит, ответственным за этот законопроект является Минстрой, Министерство строительства. Так. А Министерство строительства – одно из немногих министерств, руководство которых поменялось после выборов 2018 года. А, голодное. Нет, не все так просто. А новый министр строительства кто у нас? Кто-нибудь знает, нет? Как это подсказка, его зовут Владимир Владимирович. Но даже не это самое в нем интересное. Это человек, который был губернатором Тюмени. А до этого он был мэром Тюмени, а до этого он был вице-губернатором Тюмени. О чем нам это говорит? Что близкий, возможно, друг Собянина? Не просто возможно. Это человек, который остался, когда Собянин уехал в Москву на хозяйстве. А теперь он приехал в Москву тоже. И, соответственно, возглавил целое прекрасное министерство строительства. Возможно, в тот момент, когда на общественных слушаниях в Государственной Думе летом 2017 года Сергей Семенович Собянин 3 часа стоял там на трибуне, отвечал на вопросы, горожан, ему пришла в голову мысль, как хорошо было бы,
иметь, вот, например, своего собственного министра, чтобы он бы вносил такие законопроекты, они бы проходили как правительственные, и никто бы уже не смел бы в них пальцами ковыряться и чего-то в них такое изменять. Возможно, это всего лишь предположение, но, тем не менее, такое, я бы сказала, правдоподобное, насколько я знаю, свойства законотворческого процесса. Значит, 5 декабря будет второе чтение этого самого проекта закона. Единственное, на что можно надеяться, это действительно на изменения во втором чтении, потому что правительственные законопроекты подлежат принятию, с ними тут ничего не поделаешь. А тем не менее, вот сообщаю вам, дорогие слушатели, такие вот интересные сведения. Потому что нам не нравятся в рамках нашей парадигмы научной и политической, нам не нравятся законы об отмене всех законов. Нам не нравятся такие нормы, которые позволяют заинтересованному лицу не считать себя связанным никакими нормами. Это нехорошо. Особенно, если это касается прав граждан и их драгоценной собственности, в особенности собственности на жилье. То есть нивелирует это частную собственность? Ну, я не люблю такого рода формулировок. Ах, боже мой, это отменяет частную собственность в России. На это вам обязательно скажут, а что, она была, что ли? Да? И дальше у вас получится бессмысленный разговор двух идиотов. Мы не любим такого. А тем не менее, это не тот законопроект, который приятно видеть проходящим в Государственной Думе. Поэтому еще раз хочется, чтобы, как и, собственно, и произошло с реновации, что во втором чтении его как-то немножко подкрутили. Напомним, что первая версия законопроекта о реновации запрещала, например, оспаривание в суде решения о сносе вашего дома. То есть отменяла вообще Конституцию внезапно. Но это поменяли. Вы знаете, во втором чтении как-то стало получше. Но для этого потребовалось два довольно массовых митинга в Москве и, в общем, довольно значительная общественная кампания. Тут с этим будет сложнее, потому что законопроект носит общий характер, и те люди, которых он коснется, они еще не знают, что он их коснется. Но, тем не менее, как это наше дело, информировать. Звучит зловещая музыка. Да, да. Звучит зловещая музыка. Третий наш с вами куст сущностей, на который мы обращаем наше аналитическое внимание. Это тоже касается законотворческих дел, потому что что может быть интереснее, сами понимаете, законотворческого процесса. Ничто не может быть интереснее. Значит, мы с вами помним частичную либерализацию 282 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, экстремизм, а точнее либерализацию его первого пункта, то есть введение административной преюдиции, говоря техническим языком, в которой первые нарушения по этому самому разжиганию ненависти, они являются предметом административного преследования, а не уголовного, а уже повторные уголовного, как было со 116 статьей с побоями. Значит, в первом чтении это дело у нас принято в Государственной Думе, что неудивительно, поскольку это было внесено аж самим президентом. А при принятии этого законопроекта спикер Государственной Думы произнес загадочную, удивившую многих фразу о том, что вот пусть это послужит примером нашим зарубежным коллегам, у которых вообще гораздо более суровые наказания за такого рода вещи. Типа, за рубежом вообще вешают за такое. А мы вот даже переносим это частично в административный кодекс. Случайно ли была эта реплика? Вот смотрите, к чему я клоню. Почему, собственно говоря, я это все цитирую. Мы, опять же, тут с вами не занимаемся тем, что разыскиваем смешные цитаты кого бы то ни было и их в эфире зачитываем. Нас не это интересует. Не посмеяться над депутатами. Посмеяться над депутатами может каждый. А мы думаем о другом. Значит, далее. Спикер Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко внесла проект закона о запрете клеток и аквариумов в судах. Это вот такие страшные стеклянные либо железные помещения, в которых обвиняемый находится в зале суда. При том, что он еще никем не осужден. Невиновный. Не осужденный, а обвиняемый. Значит, мы с вами помним, что в былые времена сидели они на скамейках. На черной скамье, на скамье подсудимых, как пелось в известной советской песне. Никаких клеток не было ни для кого. И ничего это не волновало. Значит, а там люди сидят в этих страшных совершенно, я еще раз повторю, аквариумах. Если он стеклянный, то в нем душно. Если он железный, то совершенно оскорбительно. Это создает жуткую картинку для средств массовой информации, которые все это снимают, и делает человека уже заранее виновным. То есть вот он уже в клетке сидит, понятно, что он виноват. Может повлиять как на судью, который уже видит это. И на общественное мнение, на его родственников, на всех на свете. На суд присяжных, если так. Значит, может показаться, что это маловажная вещь, учитывая, что у нас все приговоры обвинительные, да, 99 с лишним процентов. Тем не менее, в них еще, среди прочего, душно и невозможно общаться со своими адвокатами. Приговор у нас обвинительный, но обвинительные приговоры бывают разные. Да? Бывают те, которые меняют вам меру пресечения, бывают не меру пресечения, а которые меняют вам форму наказания, она не связана с лишением свободы, бывают всякие там сроки по отсиженному и прочие, так сказать, формы квазиоправдательных приговоров в условиях, когда оправдательные приговоры запрещены. Поэтому все эти впечатления имеют значение. Значит, далее. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации вносит проект закона, точнее, не вносит, у него нет права законодательной инициативы, но на сайте regulation.gov.ru вывешивает эту свою инициативу, дальше ее может внести
кто-нибудь другой, у кого это право есть, например, кто-то из депутатов. Значит, законопроект обязывает ФСИН отправлять осужденных отбывать наказание рядом с домом. Было такое требование, скажем так, было множество жалоб в Европейский суд по правам человека по этому поводу. По поводу того, что людей отсылают, бог знает куда, отбывать наказание, вместо того, чтобы выбрать им колонию по возможности близко к тому, где живут их родственники. Почему я все это вам рассказала? Не к тому, чтобы рассказать, что у нас какая-то весна либерализации тут расцвела и гуманизация уголовного наказания. Нет. Просто все, каждая из трех этих инициатив, и все они вместе, подозрительно соответствует тем рекомендациям и требованиям, которые выносит Европейский суд по правам человека и Европейский Союз. Совет Европы, прошу прощения, по отношению к России. Значит, мы помним, что мы тут с вами уже обсуждали перспективу выхода России из Совета Европы. И говорили осторожно о том, что может быть об этом больше разговоров, чем сущностных, так сказать, шагов. Да и разговоры эти идут не от тех людей, к которым следовало бы особенно в этой ситуации прислушиваться. И я тогда говорила, что Российская Федерация исполняет решение ЕСПЧ. И не только в плане выплат, но и в направлении изменения своего законодательства. Это объясняется тысячу других каких-то причин. Об этом никогда никто не говорит. Говорится, что нет, никто нам не указ, мы страшно суверенные, вообще мы уже практически вышли оттуда, может, там даже не состоим, наверное. Но состоять мы не состоим, а делать почему-то делаем. То есть не потому, что вы так сказали, сами не потому, захотели. Что, нет, мы, собственно, давно даже собирались. Вот. А то, что вы сказали, мы, мы даже и не слышали. А это все имеет отношение к тому, что произошло в ЕСПЧ 15 ноября, а именно к делу Навального против Российской Федерации, которое было выиграно по всем его 7 эпизодам арестов и задержаний. Они были квалифицированы как политические. Было признано, скажем так, что эти аресты были направлены на подавление политического плюрализма. И это довольно важное решение. Ну, оно важно для самого, так сказать, обращавшегося, поскольку для него это обозначает большую моральную победу, а также выплаты. Кстати, одновременно Олег Навальный отсудил 50 тысяч колоний за ненадлежащие условия содержания. Так что братья Навальные продолжают разорять бюджет Российской Федерации просто на каждом шагу, как могут. Вот, мы с вами говорили о том, что государство у нас ведет политику извлечения денег из граждан, а в это время некоторые граждане извлекают деньги из государства за свои нарушенные права и правильно делают. Но для нас важнее не то, что происходит с личностями, а то, что происходит с нормами. А, так вот, хочу я сказать, что возможно, через некоторое время, опять же, по совершенно другой причине, в связи с каким-нибудь другим информационным поводом, которого еще не случилось. На прямой линии президенту зададут какой-нибудь вопрос. Скажет, а хорошо ли все время винтить людей на митингах? Ах, нехорошо. И он скажет, действительно, может, мы тут что-то перегнули. Без маразма, скажет, или как он там... Ну, что-нибудь такое, вот как это, вот... подождите, как, в связи с реальностью или нет? Как вот оно в реальности там на самом деле? Или что-нибудь еще в этом роде? А, как бы то ни было, можно ожидать некоторых изменений в законодательстве о митингах. А это очень будет, на самом деле, важно, потому что высокая цена участия в массовых мероприятиях – это один из основных факторов, собственно, ограничивающих политическую активность граждан на этом направлении. Цену мы имеем в виду издержки. Не конкретно деньги, а издержки, которые вы можете понести за участие. Да, это и деньги, потому что, как мы уже говорили, штрафы любят больше всего, и с каждым месяцем буквально их любят все больше и больше. Суммы все растут и растут. Все охотнее и охотнее их присуждают гражданам. Мы с вами об этом тоже рассуждали. Говорили о том, что это является некоторой заменой уголовного преследования, что, в общем, хорошо. Но, к сожалению, замена это не полная. Уголовное преследование тоже благополучно случается. Вот это вот самая высокая цена, то есть высокие издержки, которые могут случиться с гражданином, который может навлечь на себя, участвуя в мирных, еще раз повторю, митингах. Разрешенных Конституцией. Разрешенных 31-й статьей Конституции. В особенности весь порядок уведомлений, которые на самом деле спрашивание разрешений и, соответственно, неразрешение со стороны местных органов власти под надуманными предлогами, это все граждан как бы сковывает в их свободном политическом творчестве. А это нехорошо, учитывая общественное настроение, потому что это людей раздражает. Поэтому лучше было бы, скажем, мы еще раз, так сказать, тихим, но внушительным голосом, лучше было бы немножко отвинтить здесь гаечку. Для того, чтобы давление внутри котла слегка сбросить. Никакого не случится Майдана, переворота и всеобщего хаоса из-за того, что люди будут выходить на митинги. У нас уровень агрессии фиксируется достаточно низкий, несмотря на то, что уровень протестных настроений высокий. Люди у нас организованные, законопослушные и мирные. Они хотят как-то быть услышанными, они хотят выражать свою точку зрения, они хотят публично собираться и видеть, что они не одни, и что их окружают люди-единомышленники, думающие так же, как и они.
они озабочены той же проблемой. Это нормально. Это абсолютно нормально. А вот винтить их всех и бить палками, и потом таскать в участки, это ненормально, потому что это выращивает революционеров и террористов. А мы такого не хотим. Скажите, пожалуйста, но ведь цена условно и издержки для власти при в том, что они идут вот на такие уступки, она же тоже растет. Есть какая-нибудь точка, в которой для них вот цена настолько вырастет, что они перестанут вот это все движение, которое якобы не зависит от решений ЕСПЧ, и полностью замкнутся? Ну, вы знаете, пока то, что мы называем движением, это очень маленькие шажочки, и носят они не то чтобы прямо революционный характер, вот уж совсем. Ни отмена клеток, ни даже отбывание наказания рядом с местом жительства, ни очень частичная, значит, декриминализация 282 статьи не меняют этот климат. У нас с вами с 2012 по 2014 год была произведена такая реформа, ужесточающая всего публичного законодательства, и о митингах, и о партиях, и о СМИ, что то откручивать можно очень долго и очень понемножку. Вот там это все было сделано решительно, системно и очень радикально. Ничего подобного в противоположную сторону не наблюдается. В завершение скажу вот что. Значит, у нас обзор, этот опрос ежегодный проводит Совет по правам человека при президенте, о том, какие права граждане считают важными и какие они считают нарушаемыми. Так вот, с 2014 года впервые у нас тройка наиболее нарушаемых прав – это право на здоровую окружающую среду, на справедливый суд и на честные выборы. Неимущественные права граждане считают, что нарушаются их наиболее часто. При этом значимые права – это трудовые, право на жилище, право на отдых. А нарушаемые – это вот эти три. Делаем перерыв на новости. 21.35, и мы продолжаем. Екатерина Шульман, все еще в студии. Здравствуйте. Как и Майкл Неки. И, собственно, нас можно видеть, нашу доску, которая вам сейчас понадобится. Я считаю, что невероятно она удачна в этот раз, как и обычно, впрочем. Но мне очень нравится шрифт, которым написано. Он такой несколько, знаете, как в ужастиках, такой немножко плавающий. В общем, прямо за моей спиной. Вот эта цветовая гамма. Да. Да. Колористическое богатство. Все это можно увидеть на YouTube-канале «Эхо Москвы», где идет трансляция, вы там в чат можете еще писать. Продолжаем с нашей следующей рубрикой. Азбука демократии. Так. Итак. Слово. Крутите барабан. Да. На прошлом занятии вас не было. Не было. Поэтому роковой вопрос я вам задавать не буду. Просто скажу, что мы с вами продолжаем пребывать на букве М. В прошлый раз у нас было местное самоуправление, такой вот увлекательный термин. А сегодня у нас один из таких вот, я бы сказала, тех слов, которых и не объяснишь за отведенное нам время, но мы постараемся. Термин наш сегодняшний – модернизация. Ух. Да, модернизация. Одно из базовых понятий политологических. Мы с вами будем говорить о политической модернизации прежде всего. То сначала мы посмотрим, что такое модернизация в целом. Значит, корень там латинский, как и во всех словах, заслуживающих внимания. Сам термин модернизация в русский пришел из французского, но корень его этимологический – это слово «модус», которое обозначает меру. «Модо» – это «сейчас». Слово «модератор», например, тоже происходит от того же самого корня. Соответственно, модерн, вот этот вот, это то, что происходит сейчас и, так скажем, укладывается в рамки, отмерено каким-то историческим отрезком. А под модернизацией понимают не просто любое прихождение к современности. Потому что иначе, если мы понимаем этот термин именно так, а он часто так понимается, то он становится довольно бессмысленным. Время течет для всех одинаково. Не бывает, кроме разницы часовых поясов, больше никаких различий между людьми относительно того, в каком году они пребывают. Поэтому идея о том, что нужно как-то отдельно модернизироваться, она кажется несколько абсурдной, потому что никто не может остановить время или повернуть его назад. Тем не менее, с точки зрения политологической и социологической, под модернизацией подразумевается всего лишь совокупность изменений, происходящих с обществом, в связи с процессом индустриализации и иных научно-технических изменений, с этим связанных. Политическая модернизация – это социальная трансформация, которая предполагает переход от традиционного аграрного общества к обществу модерна, то есть к обществу индустриальному и урбанистическому. Два главных процесса производят эту самую модернизацию. Это индустриализация, то есть появление промышленного производства, и смена этим самым индустриальным сектором, сектора аграрного, как основного работодателя и основного производителя общественных благ. И индустриализация –
То есть концентрация людских ресурсов в городах, появление крупных городов, промышленных городов, потом мегаполисов, вокруг них городских агломераций, то есть смена вот на эту, вот, на эту форму территориального распределения ресурсов предыдущей формы, когда страны были преимущественно аграрными, люди жили в городах. Так, первый у нас была индустриализация и урбанизация. Урбанизация. Эти два процесса, естественно, связаны друг с другом. Кто здесь курица, кто здесь яйцо, на самом деле можно судить по-разному, смотря с какой точки зрения вы смотрите. Они происходят, в общем, одновременно, когда начинается индустриализация, начинается урбанизация, начинается индустриализация, общество меняется. Традиционное общество – это не общество, в котором ценят традиции. С точки зрения терминологии, традиционное общество – это общество аграрное. У него есть целый ряд свойств, которых нет у социума, преимущественно населенного горожанами. Значит, с точки зрения политического развития различают два типа модернизации. Это, так скажем, модернизацию первичную, или естественную, или оригинальную, и модернизацию вторичную. Ее еще вторичную модернизацию называют догоняющим развитием. Значит, в чем тут есть некоторая действительно базовая историческая несправедливость? Дело вот в чем. Первичная модернизация происходила в определенных странах. В странах Западной Европы и Соединенных Штатов. В результате чего они сделали очень большой рывок вперед. Они вырвались впереди всего остального мира по уровню экономического развития, по уровню богатства, по развитию, так сказать, человеческого капитала, то, что мы сейчас называем, и по военной мощи. В результате они стали доминировать на земном шаре. Они сделались сначала колониальными державами, а потом, или одновременно, и вообще наиболее передовыми державами, примером для подражания всех остальных. То есть модернизация – это хорошо? Скажем так, она случилась с теми странами, которые в результате заняли доминирующие позиции на Земле. В результате все остальные решили, что это хорошо, потому что они тоже хотят быть такими. Логично. Они тоже хотят быть богатыми, сильными, суверенными, самостоятельными, жить долго, хорошо кушать, умирать попозже. Звучит отлично. Естественно. Дальше в этих странах, которые не попали в эту первую волну модернизации, началась вот эта вот самая модернизация вторичная, она же отраженная, ее еще называют неорганичной модернизацией, зловещий такой несколько термин. Или вот этим самым догоняющим развитием. С догоняющим развитием есть сложность. С одной стороны, хорошо, когда у вас есть некий образец, которым вы следуете. Вы видите, что сосед живет во всех отношениях лучше вас, ну действительно во всех. А вы ему подражаете, и за более короткие сроки вы добиваетесь того же результата, которого он добивался дольше и, может быть, с большими потерями для себя. Вроде как это хорошо, профит. С другой стороны, как видно из того ряда терминов, которые я только что привела, вы копируете образцы, которые не выросли органично из вашего социального развития. Поэтому они могут на вас как-то странно ложиться, вообще не приживаться. Или видоизменяться в вашей среде таким образом, каким вы, может, и не хотели. В результате вы можете не добиваться тех результатов, которых вы чаяли, вы не становитесь похожи на соседа, или вы не сразу становитесь похожи на соседа, или вы в чем-то становитесь похожи, а в других местах не похожи. И целые большие части вашего социума начинают страдать от этого. Значит, модернизационные проекты, прогрессистские проекты, политические, совершенно не всегда, особенно в течение 20 века, были, что называется, человеческим лицом. Значит, напомним, что советская власть была проектом модернизационным. Ее целью, которую она по ряду параметров добилась, а по другим параметрам совершенно не добилась, был как раз совершение вот этого рывка. В несколько прыжков догнать передовые страны Запада, прежде всего, конечно же, по уровню военных технологий и военного производства, понятно, к чему сводилась вся эта межстрановая конкуренция в предыдущие века. Это сейчас у нас гибридная война и кибервойны, и мы считаем, что это очень ужасно. Да? А до этого были фронтальные войны с большими армиями. У кого больше танков, тот и молодец, тот лучше модернизировался. У кого их меньше, тот, значит, плохо модернизировался. То есть форсированно все это происходило? Это происходило форсированно с чудовищными жертвами и ценой социальной архаизации. Модернизация – очень своеобразный многогранный процесс. Она бывает в одних местах, она происходит. Что умеют тоталитарные модели хорошо делать? Наращивать производство определенного типа товаров. Да? Точнее, не товаров даже, а там выплавлять свой чугун и делать, собственно говоря, свои танки и самолеты. Они это делают ценой больших человеческих жертв и, соответственно, социальной архаизации. То есть все права граждан не просто нарушаются, а отменяются. Из людей делают некое топливо для того, чтобы вот эти самые большие заводы кормить. Модернизация это в некотором роде да. Связана модернизация с демократизацией или нет? Это один из основных вопросов. Как есть основной вопрос философии, что первично, материя или сознание. Вот есть один из основных вопросов политологии, и это как вот связано одно с другим. Есть вопрос еще более базовый. Связан ли технический прогресс с прогрессом социальным? Или он был с ним связан на определенных этапах истории, а потом вдруг, может быть, эта связь разорвется, и технический прогресс побежит дальше, а социальный прогресс остановится или вообще куда-нибудь пойдет не в ту сторону?
Это к вопросу о технооптимизме и технопессимизме и нашим ожиданиях наших от автоматизации, роботизации, искусственного интеллекта и прочего. Кто-то это приветствует, кто-то этого опасается. А ответ этого дадите или только вопросы? Ну, сейчас вот прям. Знал бы я на этот ответ на этот вопрос, то, может быть, мой академический статус был бы выше, чем он сейчас. Значит, ну, смотрите, что тут можно сказать о связи модернизации и демократизации? Если в обществе растет уровень жизни, то через некоторое время там начинаются политические запросы, ведущие к демократизации. Есть такое дело. Но сам по себе рост уровня жизни прямой корреляции с демократией не дает. То есть от достижения определенного уровня богатства демократия не возникает. Смотрите, есть ряд социумов, которые начали демократизироваться, будучи достаточно бедными. Есть ряд социумов, которым надо было достичь значительного уровня богатства для того, чтобы в них появились какие-то демократические механизмы. Ну, кстати, пример этого – это страны Юго-Восточной Азии, да, азиатские тигры. Тайвань, Южная Корея, Сингапур, да, которые сейчас, Сингапур, например, является довольно своеобразным с точки зрения демократического развития прав человека. Да. То есть, по-разному тут бывает. Есть богатые страны вроде Саудовской Аравии, в которых близко ничего подобного не существует. Там сейчас свои происходят интересные процессы какой-то там смутной придворной либерализации, которую последние события с убийством журналиста то ли тормозят, то ли наоборот дают ей импульс, там на самом деле не поймешь. Значит, ждать, что демократия зародится от богатства, не стоит. Ждать, что демократия зародится от бедности, не стоит. Но чего стоит ждать? А когда у вас большинство населения горожане, то они через некоторое время начинают таки требовать себе иного уровня политического представительства, иного уровня политического участия и влияния на принятие решений. Урбанизация и демократизация без сомнения связаны. Эта связь прослеживается. Значит, все в города. Все в города. Все должны коммуницировать друг с другом максимально, потому что демократизации способствует вот эта вот коммуникативная среда. Ей не способствует монополии любого типа, ей способствует распространенность ресурсов. Где есть концентрация, где есть очень большие уровни неравенства, туда же дело не в неравенстве, а в монополизме, понимаете? Вот это вот несколько затыкает путь к демократизации. Универсального рецепта нет, кроме урбанизации. Урбанизация – это хорошо, урбанизация мы одобряем. Это первое приближение, да. Урбанизируйтесь. Переходим к следующей теме. Отцы – великие теоретики и практики. Сегодняшний наш отец, чье имя написано подождите, на доске? Подождите, да? С да. прошлым еще не разобрались. Да, правильно, важное замечание. Значит, в прошлом занятии был у нас Алексис де Токвиль, автор книги «Демократия в Америке». И когда мы говорили с вами об Алексисе де Токвиле, в наше рассуждение вкралась досадная оговорка, которую надо исправить, а то вдруг у дорогих слушателей ложное впечатление останется на всю оставшуюся жизнь. Значит, Алексис де Токвиль на некотором этапе своей биографии был короткое время министром иностранных дел. И я сказала, что он им стал в 1949 году, когда только что отшумела кровавая буря коммуны. Значит, имелось в виду, естественно, кровавая буря революции 1948 года, в которой уже довольно значительным был коммунистический элемент. Но до коммуны еще оставалось сколько лет? В 71 году случилась у нас парижская коммуна. Поэтому не забывайте, значит, есть 48 год, революция, там был своя была кровавая баня, французы к этому склонны. Но в 71 году все было гораздо круче и еще кровавее. Это, собственно говоря, и была коммуна. Все, поэтому теперь можем переходить к нашему сегодняшнему отцу. Да. Значит, итак, Сэмюэл Филлипс Хантингтон. Написано у нас на нашей доске. Американский политолог, человек, собственно говоря, внесший значительный вклад в ту теорию модернизации, которую мы с некоторыми оговорками в предыдущей части излагали, на этом пути снискавший большую славу и известность, но также и навлекший довольно значительную академическую критику. А, как называется controversial? Такой вот, такая фигура, как по-русски сказать controversial? Противоречивая, вот. Противоречивая. Но, тем не менее, заслуживающая нашего с вами внимания. Значит, Хантингтон довольно сильно известен в русскоязычных кругах, а также среди нашего с вами правящего класса, но немножко не тем он известен, чем бы мы хотели, чтобы он был известен. Значит, он автор целого ряда книг, в том числе, например, «Политический порядок в меняющихся социумах, меняющихся обществах». Это его такая вот классическая книга 68-го года. Собственно говоря, вот эти вот модернизационные теории, предположения и гипотезы, они там во многом изложены. Значит, в 91-м году он выпустил знаменитую тоже книгу «Третья волна. Демократизация в конце 20 века», в которой описал вот эту вот, собственно говоря, волну демократизации, которая тогда массово случалась в Восточной Европе и после 91-го года стала случаться еще активнее на постсоветском пространстве. А в 96-м году он написал книгу
«Столкновение цивилизаций», «Clash of Civilizations». Название, достойное «Игры престолов». Значит, в которой он написал, что существует, значит, 9, если я не ошибаюсь, цивилизаций. Да, 9 цивилизаций. Которые есть вот такие вот культурные образования, объединяющие в себе религию, язык, культуру, традицию, которые как бы определяют, в том числе, политическое поведение тех стран, кои в них входят. Добавить рептилоидов и атлантов, и получится фильм на РЕН-ТВ. Ну, смотрите, значит, назову их все 9. Это западная цивилизация, в которую входит Западная Европа и Северная Америка. А далее, славяно-православная, наша с вами, буддийская, японская, исламская, индуистская, латиноамериканская, африканская, и синская, то есть китайская. Значит, ну, далее, писал он, существует линия культурных разломов между этими цивилизациями, что приводит к их столкновениям. Особенно он, конечно, прославился своей теорией, которая, еще раз повторю, в 1996 году была опубликована, в 2001 году, когда случилось 11 сентября. Тогда все бесконечно заговорили о том, что вот есть одна цивилизация, есть другая, и не сойтись никогда, значит, до страшного суда, как у Киплинга в известном стихотворении, вот, мол, значит, будут они вечно воевать. А к этой теории есть большие претензии, потому что, если вы постоянно слушаете нашу передачу, вы уже почувствуете нечто смутно знакомое в этих рассуждениях, потому что это опасно близко подходит к рассуждениям о менталитете. То есть, что мы видим? Мы видим карту мира, раскрашенную в различные пятна, и те люди, которые имели несчастье или, наоборот, счастье родиться в том, на той или иной территории, им, значит, уже приписывается пребывание в некой цивилизации, которая статична, постоянно, и не просто постоянно и статична, это ладно, а еще и находится в непримиримом конфликте с другими. Фатализм какой-то. При том, что наиболее кровопролитные войны, давайте мы вспомним, происходили между европейскими державами. Значит, когда там какие-то, понимаете ли, исламские террористы куда-то прилетают, взрываются, это, конечно, очень нехорошо, приводит к жертвам и дает нам много газетных заголовков, но настоящий ад – это когда воюют между собой европейцы. Вот это вот то, чего страшнее вообще не бывает. А все остальное не так ужасно выглядит. Так вот, значит, Хантингтон также является автором еще одного интересного понятия, которое, собственно, изображено в некотором зашифрованном виде на нашей высококрасочной доске. На YouTube-канале «Эхо Москвы». Да. А если вы смотрите трансляцию, вы можете это видеть. Это так называемый двойной оборот по Хантингтону. Или тест на устойчивую или консолидированную демократию. Значит, что такое вот этот вот two-turnover тест? Хантингтон предположил, что если у вас на выборах инкумбент проигрывает конкуренту и передает ему власть, а потом этот выигравший в свою очередь, не обязательно на следующий день, а когда-то тоже передает власть тому, кто выиграл у него, то есть не своему преемнику, а своему оппоненту. То есть если у вас дважды произошла мирная передача власти от власти к оппозиции, то, поздравляю вас, вы устойчивая демократия. Значит, к этой теории тоже был ряд претензий, потому что есть довольно значительное количество латиноамериканских стран, которые благополучно у себя произвели этот самый двойной оборот Хантингтона, но никакими устойчивыми демократиями при этом не стали. Ну, Амхомский, небезызвестный, тоже любимый всеми россиянами, как-то злобно написал, что там, значит, в этих странах вот это вот народное участие в политике сводится к ритуальному голосованию. Тем не менее, двойной оборот имеет смысл. Вот почему. Потому что, конечно же, сущность демократического механизма, его наиболее яркое проявление, это мирная передача власти. Если у вас на выборах происходит передача власти, то вы, может, вы не такая консолидированная демократия, может, вас в будущем еще ждет много испытаний, но, тем не менее, вы явно находитесь достаточно близко уже на пути к этому самому демократическому идеалу, который вообще недостижим, как любой идеал, даже авторитарный. Абсолютные модели или, как это, идеальные модели по Гегелю, они в реальной жизни не встречаются, они нам даны для того, чтобы мы могли оценивать реальность, как-то осторожно прикладывая эти модели к ней, а не для того, чтобы мы их искали наяву. Значит, Хантингтон у нас, как многие политологи, занимался и, так скажем, прикладным политическим консультированием. В частности, в Южной Африке он работал, в ЮАР, помогал им там как-то переходить от апартеида к неапартеиду. Ну, насчет результатов этого процесса есть разные мнения у людей, но хочу сказать, в пользу участия науки в практической политике, что не случилось в Южной Африке, там не случилось большой резни, которая могла бы там произойти. Когда у вас есть меньшинство, еще и отличающееся по виду, которое обладает властью и ресурсами, и есть большинство, отличающееся по виду, которое лишено доступа к власти и ресурсам, а потом эта ситуация меняется, то ваше бывшее большинство очень хочет прийти к меньшинству и зарезать его. И мы знаем, как это выглядит. Естественно. Значит, если это произошло, даже, предположим, отобрали все ресурсы, и много в процессе там происходило, может быть, нехорошего и неприятного, но вышеупомянутой кровавой бани не случилось, и это уже
на самом деле не так уж плохо. Значит, Сэмюэл Хантингтон умер, относительно недавно, в 2008 году. 81 год он прожил. Еще раз повторяю наш постоянный мотив. Ученые умные, будьте как ученые. Сразу видно человека интеллектуального труда по продолжительности жизни. Резюмируем. Значит, менталитет мы не одобряем. Не одобряем. Конфликт цивилизации мы не то чтобы особенно вот покупаем это, как выражаются американцы. Да. Не Но менять власть надо, особенно как минимум два раза. Мирно передавать власть на выборах, это здорово и почетно. Это, так скажем, максимально приближает вас к консолидированной, устойчивой демократии. Если вы можете, опять же, не подравшись друг с другом, не устраивая всяких фокусов с преемниками, с фальшивыми выборами, а вот так вот выйти на выборы, проиграть их и пожать руку своему оппоненту, и ни вас не зарезали, ни его не зарезали. Это очень сильно вас, опять же, продвигает по дороге прогресса. А теперь к вашим вопросам нашей последней рубрики. Вопросы от слушателей. Очень быстро с вами постараемся, прям мало-мало времени у нас. Алексей Уваров спрашивает. Впервые за 24 года фиксируется высокий критический уровень тревожных ожиданий населения. 57% опрошенных считают, что нас ждут тяжелые времена. Какие общественные настроения и движения могут последовать за таким ожиданием? Видели, наверное, этот опрос? Да, конечно. Эти все вопросы рифмуются друг с другом совершенно замечательно. Снижение ожиданий от государства, разочарование в политике внутренней, а теперь уже и внешней, стремление к переменам, которое превышает стремление к стабильности. Это вот наш новый общественный запрос, он с нами надолго. Как на него власть реагирует, мы видим. Никакой единой стратегии, слава богу, не надо нам единых стратегий, я так ситуативно реагирую. Значит, опять же, еще раз повторю, чего нет высокого уровня агрессии. Пока этого дела не видим. Но нам с этим жить. Тревожность действительно достаточно высокая, и тревожность питает вот этот вот запрос на перемены. То есть люди считают, что надо что-то делать, так и нельзя больше получается. Делать вид, что ничего не происходит. Слушайте, мы тут с вами не оперируем детсадовскими понятиями, хорошо и плохо. Кому хорошо, а кому плохо. Это так. Это объективная реальность. В ней находятся все. В ней находится машина власти, в ней находятся граждане, в ней находятся все политические акторы. Просто надо себе представлять. Следующий вопрос. Егор Еремин спрашивает, какие общественные институты важны в период перехода власти, какие в России есть, каких нет, какие развиты хорошо, какие плохо. Ну, вот условно. Будет вопрос на небольшую лекцию. А я тут некоторое время назад, когда говорила о Нобелевской премии мира, которую вручили тунисскому квартету, четырем общественным организациям, которые в Тунисе обеспечили мирный переход власти, единственная страна арабской весны, которая сумела сделать это мирно и до сих пор сохраняет демократическую, так сказать, свой выбор. Так вот, я говорила о том, что в гибридных политических моделях нет никаких безгрешных образований, институтов или организаций. Все так или иначе, скажем так, затянуты в эту ряску гибридности. Но, когда наступает момент режимного перехода, важно, чтобы нашлись те, которые более здоровы, более функциональны, чем другие. Не идеальны, да, не демократичны, таких не найдется. Но более функциональны. В тунисском случае это были профсоюзы, союз юристов и, как ни странно, правящая партия. Значит, что у нас с вами может быть? Что таким может быть каким-то устойчивым более-менее камнем в этом болоте, на который можно опереться. Явно не профсоюзы. Не профсоюзы, к сожалению. Очень жаль. Я вижу два. Опять же, это будет звучать не совсем очевидно, но я вижу следующее. Это НКО, общественные организации. Угу. И, как ни странно, это суды. Значит, суды такие... Так. Значит, суды такие-сякие политизированные... Телефонное право, 99% да, значит, еще раз, будем в гибридных приговоров. Моделях искать ангелов в Содоме, не найдем ни одного. А нам не надо, чтобы нас тут огненным дождем всех засыпало. Мы хотим все-таки выжить. Поэтому мы ищем не идеальные, а достаточно хорошие. Или, скажем так, те, которые могут функционировать на этом переходном этапе. У меня ощущение, что вот это вот новое русское сутяжничество, когда все наши граждане пошли в суд массовый, и все судятся друг с другом, это и есть попытка нащупать вот этот вот какую-то площадку, на которой возможно согласование интересов, на которой возможно как-то отстоять свою позицию, чего-то получить. Почему все судятся? Если бы это было совсем безнадежно, люди не ходили бы в суды, люди не занимаются бессмысленными активностями. Кстати, да. Только госслужащие этим занимаются, потому что им за деньги платят. То есть они не люди, получается. Это не важно. Они не самостоятельные акторы. Люди ходят туда, в свое собственное свободное время, свои деньги, от чего они пытаются или надеются получить какой-то профит. И профит они получают. Почему у нас герои нашего времени адвокаты? Потому что они тоже работают в судах. Судьи не герои нашего времени ни разу, но сама по себе судебная система, понимаете, ее трудно, если ты не вообще советской власти не отменила все на свете, ее трудно полностью исказить, потому что она основана на том базисе римского права, который вечен. То же самое касается, кстати, и парламентов. Но с парламентами у нас пока не так всю жизнь. Программа «Статус». Увидимся через